кстати, в разных бухтах разного цвета океана. Это так интересно. Здесь он прям зеленый-зеленый. Привет! Ой, моголосый тянется ко мне, мой зайка. Какие тебе зеленые красивые глаза. Я даже не замечала. Да, моголосый. Да, привет. Смотрите, какая милота. Это те котятки, которых мы кормим все время, и они нашли дорогу к нам домой. Сладенькие мои, ну мы вас сегодня уже покормили. Ну что это за наглость, а? Ну конечно, холосенькие, конечно, такие зайки мои, маленькие зайки. Ну как, если я вас пущу, вы же потом не дадите нам жизни, я же вас знаю. Нельзя, нельзя залазить, нельзя. Ня-ня-ня. Сегодня у нас какая-то очень пасмурная погодка, но все равно так красиво, смотрите. Из самых часто задаваемых вопросов мой директ – это то, как именно я обрабатываю фотографии. Ребята, недавно я познакомилась с пресетами. Вот указываю на них ссылочку, где можно приобрести пресеты самых популярных блогеров. Теперь обработка каждой фотографии занимает не больше 1 минуты. Это очень удобно, фото получается красивое. Также вот этот аккаунт занимается продвижением вашей странички. Поэтому переходите, знакомьтесь и будьте лучшими. В любую погоду. Иди ко мне, мой мальчик, иди сюда, мой хороший. А Сэшечек сюда ко мне приходит, да? И мы с ним вот в бунгало ждем, пока закончится лобное. Да, мальчик мой, не надо подать. Они уже просто приходят к нам в гости. Да, ребятишечки? Ну, мы же вас кормили с утра.